Мы не знаем, что нам подкинут завтра, хотя 7 или 8 этапов по методичке они прошли, подошли к последним этапам, но все они должны характеризоваться, исходя из их планов, радикализации. Мы терпели. Я сразу обозначил, есть красные линии, и не дай Бог, кто-то их приступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому тем, кто сегодня выходит на железную дорогу, тем, кто вешает фашистские знамена на линии электропередач, словом, те, кто сегодня пытаются разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать, с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, я уже замечание делал генералу, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать.